Добрый день, друзья! Каждому по приветику из прекрасного Петербурга. У нас сейчас 16 часов 10 минут. Начало 5-го, уже темнеет. Мы находимся недалеко в пешей доступности от метро Комендантский проспект. Показываю вам район вокруг. У нас совсем уже вечер. 4 часа начинается вечер. Доставка. Смотрим райончик вокруг метро. Комендантский проспект в пешей доступности. У нас тротуары расчистили, посыпали. И теперь немножечко легче уже, конечно, ходить. Но скользко все равно, идешь аккуратненько. И перед нами огромный шар. Торговый центр «Атмосфера». Я давно хотела с вами, когда буду в этом районе, с вами зайти. Через дорогу к метро. Снег повезли. Смотрите, вывозят снег из Петербурга. Мы, кстати, во дворе вот этого дома с вами гуляли. Заходили там через дорогу, вкусная точка. Место Макдональдса расположилось. Что у нас тут? Бургер Кинг, кафе, все оформлено новогодними сетями. Люди отдыхают, кушают. Торговый центр «Атмосфера». Шаверма, Додо пицца. Вот установки. Сейчас по Петербургу остановки все в одном стиле. Стеклянные. Где-то еще есть рисунки с Петербургом. Туда, в центре, ближе к центру. Так, мы сейчас перейдем. Я думаю, где нам лучше перейти. Здесь, а потом где? Нам нужно вот туда. Вот туда, ребят. Сейчас ориентируемся. Вот, один перекресток мы прошли с вами. И вот там дальше, через еще одну дорогу, метро, вход в метро. Вот он виден. А мы стоим, чтобы перейти к торговому центру. Еще один перекресточек. Здесь круговое движение вокруг этого центра. Сплошные светофоры. Все, пойдем, ребят, пойдем. Ура, мы заходим в тепло. У нас минус, а к вечеру минус еще больше. Ну, минус 10, минус 9, минус 8. Но когда вечерок... Ой, первый раз в торговом центре. Я там класс, сколько мимо проезжаю. Всегда мне хотелось здесь побывать. Что у нас? По кругу магазины все елку нарядили. Магазинчики какие у нас здесь есть. Так, 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 так. Елочка. Класс, класс, ребят. Посмотрите, все магазины идут по кругу, все этажи. Класс, прикольно. Ух ты, какой милый торговый центр. А внизу, обратите внимание, кафешечка расположилась. Классно. И тут же у нас вверх лифт побежал. Супер, пойдем немножечко пройдемся, ребят, с вами. Хорошего дня, хорошего настроения. Такие милые магазины. Новый год. Надо покупать. Так, музыка. Покупаем подарки, покупаем разные штучки классные для Нового года. Сейчас, ребята, тут кафешечка приютилась. Сейчас мне звонок.
Магазин твое. Ребят, в Калининград вспомнился. Уже давно не заходила. А тут всякие милые вещи бывают. Особенно на Новый год. Я как-то здесь покупала. Ой, какая пижамка классная. Вот она тут. Господи, цен не вижу. 2 + 1 = 4. Сейчас скидки разные. Как мило. Тут надо смотреть, тут не весь товар из натуральной ткани. Разные пижамки, свитерочки. Ой, Калининград вспомнила. Я в Калининграде часто заходила. Мне нравился этот магазинчик. А здесь нет. Здесь я, наверное, вообще, не знаю, за 6 лет вообще, наверное, даже ни разу я не заходила. У вас есть такая сеть? Твое, ребят. Ну, хоть бы... Где цены-то? Я не вижу цен. Курточка 3946 размер. Сейчас посмотрим. Ну, тут так, знаете, маечку какую-то, футболочку, пижамку. Белье вот есть. Что-то спортивное, может быть. Ну, я говорю, надо смотреть. Чтобы были маечки какие-то. Вот я вижу там, да. Маечки, футболочки. Ну-ка, ну-ка. Да. Маечки хэбэшные, по-моему, здесь у них хлопок. Ткань, резинка, приталенная футболка. Так все красивенько лежит на лице. Ой, теперь буду знать, что в этом торговом центре есть этот магазин. А то я как-то в своем районе, вообще где не ходила, вот твое, как-то не встречала. Или я не замечала. Ну так, я же говорю, тут выборочно очень. Я в основном здесь покупала что-то, какие-то маечки купила себе, футболочки. И какой-то свитерочек был у меня новогодний. Так, пижама-то сколько стоит? Мы к ней вернулись. Что такое? Ценника что нет, что ли? Цена. Цены нет. Но это интересно, конечно, как тут без цены-то. Ну, она такая очень теплая, слишком теплая эта пижама. Тапочки, тапочки, тапочки. Все, ладно, ребят, пойдем. Ностальгия прошла. Пошли дальше. Так, книжный супермаркет, Галамарт. Как у вас там дела? Как, новогоднее настроение появляется? А мы с вами все выше и выше. Ой, смотрите, сколько этажей. Клево. Остин Кидс. Детский. Для деток Остин. Остины тоже иногда что-то. А, здесь вообще тоже иногда в Остине что-то покупают. Здесь все детский мир. Детский Остин. Все для деток этот этаж. Ага, мы теперь знаем. Здесь все для деток на этом этаже. Слушайте, зашла в новый торговый центр, в который никогда не заходила. Ой, там наверху кинотеатр я вижу. И уже такое настроение клевое, все по-другому. Ну вот, ребята, еще показала вам торговый центр один. Вот, смотрите, как внизу по кругу все поднимаемся и поднимаемся. Вот, подъемники. Можно на лифте, можно эскалатор использовать. Туда наверх уже не пойдем, там я смотрю кафешечки, какие-то игры. Сейчас спустимся вниз. Я хочу несколько, некоторые магазины там зайти. У меня потихонечку новогоднее настроение приходит. Ой, класс. По кругу. Посмотрите, кафешечка внизу. Вот надо туда вниз спуститься, посмотреть еще, что на первом этаже. Классно. Хорошего дня, ребята. Сколько для деток товаров тоже. О, Мишка. Мишка, Мишка, все, поехали пониже. На самый низ хочу, самый какой? Да там не первый этаж, наверное, это цокольный этаж. Что тут у нас? ДНС. Гипер ДНС, Модис, Галамар. А, этот этаж.
дешевых товаров. Зенден обувь. Ну да, подешевле. Как раз твою на этом даже. Так, поедем ниже. Еще ниже на этаж. Здесь у нас товары подороже. Она Верди. Дорогой магазин женской одежды. Подороже такой он. Смотрим, ребята.